Солнце, воздух и река – лучшие летние друзья самарцев. Конечно, если от солнца есть защита, а вода в реке чистая. Спасательные посты на всех городских пляжах были установлены в срок 15 июня, согласно постановлению администрации города. Эту дату считают началом купального сезона, потому что отдыхающие под контролем спасателей. Параллельно завершается благоустройство самарских пляжей и проводится их приемка специальной комиссией. По результатам осмотра будет выдан акт технического освидетельствования на эксплуатацию пляжей, который дает право с этого момента считать, что пляжи готовы к тому, чтобы они были введены в эксплуатацию, и их пребывание людей на этих пляжах в данный момент безопасно. Серьезных нарушений комиссия, проводившая сегодня осмотр пляжей на первой и второй очередях набережной, не выявила. На месте устраняются мелкие недочеты, как, например, изменение расположения навесов грибков, мешающих наблюдению и выходу спасателей на воду в случае необходимости. В итоге оба пляжа успешно прошли техническое освидетельствование. Но первый акт был выдан еще 15 июня, когда приняли новый пляж на Мастрюковских озерах. Он работает в периоды проведения форума Иволга и Грушинского фестиваля. Всего в этом году 9 пляжей, где устанавливаются 1700 единиц оборудования, в том числе кабинки для переодевания, скамейки, теневые зонты, мусорные баки. Традиционно подведена вода для мытья ног. На пляжах будут работать около 20 биотуалетов. Оборудованы детские зоны с ограждениями. Ориентировочно на 21 июня намечено открытие специализированного пляжа для маломобильных групп населения на набережной под Некрасовским спуском. Но главное, налажена работа спасателей, которые досконально знакомы с рельефом дна. Они дежурят на всех линиях пляжа во взаимодействии с областной поисковой спасательной службой. Всего будет работать, работает ежедневно в смене 50 спасателей по всем 8 пляжам, и в настоящее время на фестивальной поляне, где проходит молодежный форум Иволга, работает также пляж. Все спасатели уже работают не первый год, постоянно сдают перед началом работы, сдают зачеты официально и проходят обучение, инструктаж, работают в целом добросовестно и спасли очень большое количество людей. В четверг спасатели на пляже Уладьи вытащили из воды нетрезвого молодого человека, который едва не утонул. Оказали помощь и отправили на обследование в больницу. Сегодня им тоже не пришлось скучать. Правда, помощь понадобилась не пловцу, а велосипедистке, которая неудачно затормозила. Ну, мне надо было рану обработать, у меня ничего нет своего. Еще пока начало сезона. Велосипедным. Я еще наблюдал несколько дней назад, как устанавливали песок. Такой красивый в этом году привезли. Отлично. Все. Представители администрации отметили, что сегодня получили результаты очередных проб волжской воды в районе пляжей. Ее химсостав полностью соответствует всем санитарным нормам. Самарцы могут купаться спокойно под присмотром спасателей. В случае ухудшения качества воды спасатели вывесят черный шар и установят предупредительный аншлаг. Желтый флаг – свидетельство того, что в данном месте принимать водные процедуры можно без опаски. Андрей Трой, Станислав Левин, «События».